Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители моего канала. Меня зовут Павел Саверченко, и мой блог о путешествиях, здоровом образе жизни, питании, отношениях и бизнесе. Я открываю новый плейлист на моем канале, и он будет называться «Дневник бега». Я сейчас буду готовиться к марафону. Первый в своей жизни марафон, который я принял решение пробежать вчера. Мне сейчас 30 лет. Немножко хочу сказать о беге. Это вступительное видео, где я начал первый день с определенной целью и принятым решением бегать. В детстве, в принципе, все дети бегают. Я тоже любил бегать. Бегал, получал от этого огромное удовольствие. И чем больше я бегал, тем быстрее. Я помню с детства такое удовольствие, когда я один раз был в летнем лагере на юге. И мы с одноклассником бегали пробежки в течение 2 недель. Ну, он как бы больше спортом занимался, и он говорит, ну, пробежали со мной, а я за компанию. И вот через некоторое время, может быть, даже недели пробежек, мы бегали каждый день часа полтора, наверное, ну, во второй половине дня. И я начал ощущать огромную прилив силы удовольствия от того, что я бегу. Я прям бежал, особенно вот вечером, да, морской бриз, и прям такое удовольствие. Я занимался спортом, я баскетболом занимался в школе и в институте, ну, в командах школьных, институтских, ну, полупрофессионально, можно сказать. Но когда началась учеба более плотная, у меня рано образовалась семья в 20 лет, и пришлось зарабатывать деньги, как в принятом обществе, да, началось давление, что нужно зарабатывать деньги, нужно больше денег, вот. И я полностью погрузился в работу, в бизнес, и, ну, какое-то давление все равно было от общества. Вот, в бизнесе были нервы. Я забросил баскетбол, я забросил какие-то тренировки, я начал поправляться. Захочу вам задать вопрос, дорогие зрители, кто встречался с такой проблемой, да, как вот сначала занятия спортом, потом упускание и в итоге приведение жизни к плачевным состояниям. И я сейчас навожу себя на мысль, что с активным образом жизни, со спортом связано очень много в жизни. И здоровье, и успех, и финансовый, и успех в отношениях, и успех в обществе. С этим, со спортом это связано, получается, потому что как я только перестал заниматься спортом, мое здоровье стало ухудшаться. Да, бизнес вроде сначала поднимался в гору, а потом я начал испытывать проблемы с бизнесом. Кризис, банкротство, потом еще опрокидывание партнерами. И я последние 4 года, после всего этого, как вот моя жизнь начала ухудшаться и в плане здоровья, и в плане финансов, то есть, да, в плане денежного ухудшения, банкротства, потери финансов, то я принял решение путешествовать, отправиться в путешествие. Можете посмотреть о путешествии на нашем семейном канале «Много стран». И ну да, я немножко, конечно, сейчас запаздываю, потому что я пробежал сейчас 5 километров. Давно не бегал 5 километров, такое расстояние. Извиняюсь за одышку. И я, в общем, 4 года путешествовал. И постепенно путешествия меняли мою жизнь. То есть они давали мне понять, чем мне заниматься, что я хочу делать в жизни. Расширяли мой кругозор, раскрепощали меня. Давали мне действительно понимание того, что я хочу в жизни. И сейчас, видимо, вот настал тот период, когда я начал дальше продолжать заниматься предпринимательством, бизнесом, но уже в интернете. Сейчас я начинаю делать уже достаточно серьезные успехи в этом направлении. И так мой блог тоже о бизнесе, я хочу делиться с
вами, уважаемые зрители, эта информация, что каждый человек может зарабатывать деньги в интернете, быть финансово независимым, быть свободным от места и заниматься любимым делом, при этом заниматься любимым делом, быть финансово независимым и счастливым. Я достаточно успешно сейчас в этом развиваюсь. И буквально вчера я принял решение бегать. Как это пришло? Мы сейчас приехали на мою историческую родину, в дом, который построил мой отец. Мы здесь не были 4 года. И мы приехали 1.5 месяца назад, и я начал купаться. Ходил вот на эту вот речку. Начал ходить. Сначала я начал обливаться, а потом я думаю, а что обливаться? Вон, кстати, Джесси моя перебежала на ту сторону. А потом я начал ходить на эту речку купаться. Первые 3 недели я ходил каждый день, но было еще тепло, был плюс 10, плюс 5. Потом начался снежок первый, еще пару дней походил, уже около 0, а потом стало холодно. Я стал замерзать. Тут, кстати, тоже связано с питанием. То есть я обратил внимание на питание, было, есть мое видео о закалке. Вы можете посмотреть несколько первых видео о закалке. О закалке я тоже буду вести блог, рассказывать о своих мыслях, о своих чувствах. Будет, получается, дневник закалки, дневник питания также буду вести. И вчера я такой выхожу, я опять не покупался, уже второй день, гуляю с собакой утром. И думаю, почему не купаюсь? Почему опять не закаляюсь? Я такой, и вспомнил, прогулка, снежок, такой морозец, минус 4. И такая мысль. Классно же ходить, гулять. И вспомнил вот детство, когда я бегал. И такой думаю, в чем причина? Почему я не закалялся? Почему я не бегал? Почему я действительно качественно не занимался своим здоровьем? Своим телом? И пришел домой и спросил свою жену Марину, говорю, почему, в чем вообще дело? Как мы принимаем решение, что мы занимаемся тем или иным направлением? Мы с ней долго дискутировали на эту тему. И все-таки я понял одну вещь, я думаю, это одна из основных, это принять решение раз и навсегда. Реально принять решение. Просто принять решение и поставить цель. Но а цель пришла само собой, я открыл интернет и... Как говорится, вот сейчас покажу еще нашу речку. Вот. Мыслей много, хочется все сказать. Да, сразу всеми не поделиться, уже на 8 минут наговорил. Но это мои эмоции, это мои мысли, и я думаю, я уверен, что они помогут кому-то. И я открыл интернет, и мне пишет какой-то человек, которого я несколько дней, может неделю назад добавил друзья, и он мне пишет, ну что, бежим? Я... Куда бежим? И он мне пишет, марафон 4 декабря, Европа, Европейско-Азиатский марафон, полумарафон, это 21 километр, 4 декабря в Екатеринбурге. Евроазиатский марафон. Я говорю, а ты откуда меня знаешь? Он говорит, да ты меня же друзья добавил. Я говорю, я еще не бегал. Он говорит, я тоже не бегал. Ну что, бежим? Ну, говорит, давай попробую. Я начал... Открыл и начал... смотреть, как пробежать марафон. И наткнулся на блог какого-то человека, причем в возрасте ему 61 год, и он описывает вкратце основные вещи, которые нужно делать для того, чтобы пробежать марафон. И следующее видео, получается, уже будет дневник бега, путь к марафону, может быть, так назову его, да, 2, о том, с чего нужно начать свой бег и подготовку к марафону. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мой дневник бега, пишите комментарии, задавайте вопросы, будем вместе бегать, обсуждать какие-то детали. Я хочу помочь всем начать бегать вместе со мной, присоединяйтесь. Будем улучшать свое здоровье, избавляться от заболеваний. Ставьте лайк. Всем пока. Увидимся в следующих выпусках.